Так, друзья, всем здорово, Пандос FX еще на связи. Мне перенесли мой рейс на миллиард часов примерно. И я подумал, что зря время терять, запишу-ка я для вас еще один видосик. Мы должны были вылетать в 2 часа дня, теперь вылетаем в 8 вечера. Не знаю, по какому счету будет выходить это видео, но надеюсь, в этот момент я все-таки буду чилить на море. Так, у нас тот Бундеса, друзья. Я думал, что это будет крайне неинтересное мероприятие, но вы посмотрите, какие карточки у нас присутствуют. Есть что ловить, у меня отыграно сразу 2 викендиги. Спасибо моему бустеру. Кстати, я одну уже интересную карточку поймал. Это Делихт, друзья, который на секундочку стоит дофига денег. Статки, конечно, у этого молодого человека прям супер сочные. Он мне уже залетел в основу на бездонатном составе. И будет прикольно залутать что-нибудь еще. Так, что у нас получается? 3 пика и 2 пика с тотсами Бундеслиги. Поехали. Ну и хотелось бы напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, на сайте у которых вы можете найти ставочки на любой вкус и цвет. Хотите футбол, хотите волейбол, хотите баскетбол, любой вид спорта, даже киберспорт имеется. Также не забывайте, что у них есть удобное мобильное приложение, а если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус, фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Это мой донатный аккаунтик, который плавно стал вторым аккаунтом. Основным сейчас является мой бездонатный. Что же мы поймаем? 4 пика, опа, сразу же тотика ловим. Это Хоскинс какой-то. Но мне нахрен нужен, возьму рейтинг. Так, второй пик открываем, будет ли тотик. Трент Александр Арнольд, которого надо будет куда-нибудь пихнуть, а куда пихать, я вообще понятия не имею. Сборок кумиров нет, еще один тотс. Это Кларк Харрис. Ну, срань полнейшая, но он самый хайрейтовый, поэтому берем. Так, ну и 2 пика на ТОЦ Бундеслиги. Давайте посмотрим. Тут к нам подъезжает плашечка, по статам я вообще никого не шарю, поэтому будет интересно. Так, первая карта, ну тут сразу Кабелина к нам выскакивает. Так, вторая карточка. 91 дриблинг, 94 удар, 87 скорость. Фуль круг какой-нибудь, да, это полный круг, блять. Какой-нибудь Диаби дайте, пожалуйста. Защита. Ага, этот СЗшник какой-то всратый. Шлоттербэк. 3 хлама из 3 пока что, друзья, у нас. И последняя карта, которая выглядит тоже как... Хотя, подождите. Это Санэ. Что здесь брать? Даже не знаю, Санэ будет ли у меня в основе играть. Но на всякий случай возьму. Вдруг мне сейчас Горецко упадет, и его надо будет как-нибудь залинковать. Второй пик открывается, друзья. Так, 84 физуха. Такого еще не было. Дриблинг срань. Хоффман, блядь, ну какая всратая карточка. Ну это тот с карта, чё по звездам 4-4. Печально, это печально. Next карта. Ебать, а вот это, друзья, слушайте, какой-то гулиганг. Может быть реально Горецко. Ебать, Горецко. Слушайте, это неплохо. Опять же, я говорил про то, что тот с карточки на Бундеслиге будут неинтересными, а вы посмотрите, мне упал Горецко за 1 миллион монет. Но по факту это вообще не тот, а тот с моментс, вроде как, если я все правильно понимаю. Вот, собственно, и Санэ может быть пригодится. Окей, давайте смотреть дальше. Ебать, это что нахуй? Это, кажется, у нас этот, Диаби. Блять, а кого брать? Как бы круто не выглядел Диаби, он стоит 500 тысяч. А Горецко стоит 1 миллион монет, поэтому возьму именно его. Ну, я более чем доволен. Осталось понять, что делать с Трентом Александром Арнольдовичем. Ну, кстати, можно собрать либо Гнабри, либо Ройса. А можно и того, и другого. Так, набор Ultimate тут у нас имеется. Давайте вскроем Ultimate. Тотс. Давай что-нибудь классное продаваемое. В конце-то концов. Полный круг у нас стоит 29 тысяч. Так, ну и самый сочный пак, друзья, остался. 3 продаваемых тотса из Бундеслиги. Так, ну и давайте чекать. Первая карта. Это Шлоттербэк. Вторая карта. Это Колу Муани. Шикарно. Ну и третья карта. Опа, 96 дрибл. А подождите. Это может быть что-то прекрасное. Блять. Что за срань? Ну почему если продаваемое... то это обязательно какая-то срань. О, тот момент, друзья, кто это? Германия, ЛФА. Да, это же, друзья, Марко Ройс. Статки выглядят очень сочно. Как раз таки вот его линкану вместе с Горецкой. Так, ну что, друзья, мы находимся на бездонатном аккаунте. Составчик вы мой помните, он немножко видоизменился, опять же. Потому что ко мне тут в гости
зашел Делихт. Тут пики посочнее, побед, наверное, тут поболее сделано. Я не уточнял своего бустера, сколько он сделал побед. Тут один из пяти, то есть это прям вообще разъеб. Начинаем с пиков, 84, плюс сразу два тотса мне вылетают, ни хрена себе. Так, второй пик нам не принес ничего интересного, это Сомер 85. Третий пик открывается, здесь тоже нет тотсов. Берем Александра Арнольдовича. И последний простой пик, тут берем Наваса. И, собственно, переходим к самому вкусному, это тотсы Бундеслиги. Так, первая карта. Сразу понятно, что это говно, хотел сказать, но это Лакроикс. Стоит ли он денег? Хрен его знает, но карта примерно как у Варана. Так, следующая карта это Брандт. Вы меня не наебете, я уже шарю за Брандта. Третья карта это Кабель. Четвертая карта это Фулкруг. И пятая карта это у нас... Дэвис? Фримпонг, блять. Забайтился, я думал, что это Дэвис, а это Фримпонг. Так, первая карта. Опять Лакроикс. Вторая карта это опять ебаный Брандт. Третья карта хуйня. Четвертая карта опять Колумани. И пятая карта... Блядь, что-то топчиков пока нет, друзья. Я как-то объебался. Ну тут беру Лакроикса, наверное. Я знаю, что Лакроикс еще, блядь. А то я часто, когда специально коверкаю фамилии, налетает армия и начинает говорить: да не так его фамилия называется, а вот так. Так, это опять Брандт. Как ты заебал, отъебись, Брандт. Дайте что-нибудь сочное. Ну, блядь, ну не Кабель же, а. Третья карта. Четвертая карта. Блядь. И пятая карта, последняя. Ну же, ну же. Ну же, опять Фримпонг. Пиздец, что-то прям вообще трагедия. Окей, 5 игроков 84+, друзья. Давайте смотреть. Тотса нет, можно не смотреть. Так, 2 алтимейта, поехали. Это у нас первый алтимейт, а это у нас второй алтимейт. Бля, какой дефолт, просто, бля, пиздец. Я не могу смотреть на эти продаваемые паки. В них шанс откручен кого-то на 1001%. Ну и 3 тотса из Бундеслиги, друзья, поехали. Первая карта. Выглядит как хуйня. Это Шлоттербек. Вторая карта. Выглядит как тоже хуйня, это полный круг. Третья карта, это Кабель, блядь. Ну что это такое, блядь? Ну почему, если продаваемый, то это обязательно какой-то ебучий хлам? Типа, да, мне периодически прям хорошо завозит, прям какими-то топовыми картами. В принципе, и в этом ролике был и Горецко, и, собственно, Делихт. К сожалению, на разных аккаунтах. Но вот что касаемо продаваемых, ну я не знаю, как вообще в этой фифе ловить что-то дорогое продаваемое. Серьезно, я не вспомню за последнее время, чтобы мне что-то падало из продаваемого хотя бы дороже, не знаю, там, 200 тысяч. А сегодня прям вообще ничего не было. Прям вот от слова совсем из продаваемого. При этом сколько продаваемых тотсов открывали, сколько, блядь, различных алтимейтов этих открывали. Ладно, друзья, как бы там ни было, не буду уж совсем охреневать. Составчик у меня в любом случае топовый. Пишите в комментариях, что вам упало за тотсы и бундусов. С вами был я, Пандос Фиксович. Тут я подумывал с вами прощаться, но... Так, друзья, это уже не смешно. Рейсы задержали еще на какое-то время. А если быть точнее, уже на 12 часов. Вылетаем и в 3 ночи. Я даже успел застать контент. Улучшение кумира 90+. Также у нас вышла команда с арабами во главе с Криштиану Рональду. Ну, посмотрите, какая сочная карта. К сожалению, не успею эту карту затестировать, но как приеду, наверное, запишу какой-нибудь обзорчик. Надеюсь, он будет стоить недорого. Так, собственно, пойдемте собирать кумира на 2 аккаунтах. Я хочу просто открыть без всяких плашек и прочих движений. Просто открываем на мужика и смотрим. Это мой бездонатный аккаунт. Еще давайте. Пожалуйста, наградите. О, Тоти кумир! Франция, только не Перес. Блять, ну только не Перес. Он мне не нужен. Дали небольшую надежду на что-то хорошее и сразу же ее отняли. Это Тоти Перес. Да. Пару месяцев назад он, может быть, и выглядел бы неплохо. Да и в целом для бюджетных составов, наверное, это годная карточка. Но явно не в мой состав. Ну, условно, Сане его по всем статам выигрывает. Тем более я на эту позицию сейчас Марка Ройса еще собираю. Так, окей, идем на донатный аккаунт. Опа, Тотс, Германия, Брандт, здравствуйте. В каком-то всратом паке. О, еще и полный круг. Уйду сейчас на сборочку как раз с кумиру.
Так, друзья, собрал я кумира и на своем донатном аккаунте. Блин, единственное, конечно, не понимаю, зачем они сюда премиум кумиров запихнули. Были бы только спешилки, там Тоти, Дэра и Титан, было бы вообще сочно. Так еще на Прайма натыкаться не хочется. Так, давайте на этом аккаунте по статкам чекнем, чтобы сразу себя не дезморалить. Так, смотрим по статам. 86. Непонятно. Защита 86. Непонятно. Дримбли Калл, Роберто Карлос, здравствуйте. Ну, слушайте, если бы у меня не было Роберто Карлоса, я бы, наверное, порадовался. Но есть одна проблема. У меня, блядь, три Роберто Карлоса.